У Гомелі з'явіцца яшчэ адзін помнік героям вялікай айчыннай вайны. Як чакаецца 3 ліпеня, падчас святкавання Дня Незалежнасці, на плошчы Перамогі будзе адкрыта скульптурная кампазіцыя, прысвечаная братам Лізюковым. Наш корэспандэнт Алекс Сенцюрова знаёміўся з біяграфіяй знакамітых гамельчан і сустрэўся са скульптарам Валерыем Кандратенкам. У Гомельском областном музее военной славы братам Лизюковым присвечена особая экспозиция. Это сапраўды асаблівыя люди. Прозвище полковника танковых войсков Александра Лизюкова было в списке первого у истории Великой Отчины указа о присвоении звания Героя Советского Союза. Этот документ был подписан 5 жнивня 1941 года. Командир изначальной супротитанковой бригады полковник Петр Лизюков такое звание отримал у лютом 1945-го. Командир партизанского отряда Евген Лизюков Героем Советского Союза не стал, хоть и был представлен до этой узнагороды. На малой родиме об братах памятали завсёды. Еще в экспозиции краеведческой после войны, когда была сделана во дворце Паскевичей, в общем-то, там уже были материалы, собранные о братьях Лизюковых. Собственно, ну, в Советском Союзе было 12 семей, из которых вышло два героя Советского Союза. Идея увековечить память об земляках героях народилась давно, але протяглый час справа обмежевался барельефом на улице, якая носит их имя. У 2015-м отповедный заказ от Гомельского облвыканкома атрымал ведомый скульптор Валерий Кондратенко. Тема «Великая чины» для его не новая. И он автор мемориального комплекса, просвеченного 70-годию операции «Багратион», памятных комплексов у городским поселку Лою и вёсцы Чонки Гомельского района. Спочатку помник мерковалось установить на улице братов Лизюковых, але потом от этой идеи пришлось отмовиться. Включились родственники Лизюковых, Афанасьевы, вот, и они начали уже хлопотать о другом месте. В конце концов пришли на победу. Вот. Но один проект это сделать для братьев Лизюковых, это одно пространство. Победа – это другое пространство, другая архитектура. Ну, так что было сделано, по-моему, 4 или 5 вариантов. Бронзовый помник братам Лизюковым вырабляется на специализованном предприемстве «Литейный двор» у Пуховском районе. Як чекается ровно простый день, его примет мастацкий совет. До этого же часа у Гомеля планируют подрыхтовать пляцовку для помника. Зараз тут завершаются работы над постаментом и протягивается добропорядкование территории. Чекается, что официальное открытие помника братам Лизюковым отбудется 3 липеня по час святкования Дня Незалежности. Это, саправды, знаковое для гомельчан место на скрыжевании проспекта Перамоги и площади Перамоги, на якой, до речи, працует так само фонтан Перамоги. Той самой великой перемоги, за которую отдали свое житие гомельчане Александр, Петр и Евген Лизюковы. Олег Сенцюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель».